В актовом зале Северо-Восточного государственного университета ректор Роман Корсун наградил студента третьего курса Политехнического института Владимира Криворучко. Владимир стал мистером студенчества Дальневосточного федерального округа 2020. Во всероссийском конкурсе поучаствовали более 70 регионов нашей страны. Цель состязания – поддержать активную молодежь и раскрыть ее творческий потенциал. Из-за пандемии конкурс провели дистанционно. Это все было в дистанционном формате, поэтому я даже не почувствовал вот этого вкуса конкурентства и соперничества. Просто сделали видео нужные, которые и отправили им. Мы делали, так скажем, визитку. Ну, мы представлялись. Наша задача была пройти вперед к камере, ну, полностью походка, и представиться. Потом мы уходили обратно, и вот это заканчивалось. Еще в визитке нужно было рассказать про себя, про свои качества, чем я отличаюсь. По словам Владимира, организаторы конкурса сделали все, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно. Также в этот день Роман Корсун наградил преподавателей Северо-Восточного государственного университета за их вклад в жизнь вуза и образование. Продолжаем. Разрешите